первенство Приволжского федерального округа по танцевальному спорту проходило в Нижнем Новгороде. Участие в нем приняли 383 пары из 14 регионов ПФО во всех возрастных категориях. Мордовию представляли 12 пар. Из них большинство попало в финал и вернулось в регион 13 с наградами. С этого турнира увезли 17 финальных наград, так скажем, да, и в трех категориях наши ребята стали победителями. Вот если говорить про самый лучший результат, кто показал, это Пресняков Глеб, Тюрин и Софья. Они выступили в категории юниоры 2, двоеборье, они стали первыми, в европейской программе они стали первыми, и в категории латиноамериканской программы они заняли второе место. Такие результаты – итог большой работы. Танцоры и их руководители готовились к первенству с начала сезона. Видимая зритель миграции и отточенность движений даются нелегко. Мы трудимся над каждым действием, над каждым танцем, уделяем ему достаточно времени. И несмотря на то, что у каждого есть свои уроки, дела домашние, мы стараемся как можно больше уделять времени танцам. То есть не только тренируемся индивидуально с тренерами, но и самостоятельно. Сейчас каждая пара готовит новую танцевальную программу. Конкуренция в этом виде спорта высока, однако шансы на отличные результаты есть, благодаря упорству и потенциалу танцоров. Впереди у спортсменов первенство России. На ближайший турнир у нас серьезные очень планы. Будем сильно готовиться и хотим попасть в полуфинал, а там дальше посмотрим. Потому что в финал попасть будет достаточно сложно. Соперники сильные очень, но мы будем бороться. Первенство России пройдет в Москве с 24 марта по 3 апреля. Для многих профессиональных спортсменов это один из самых важных турниров в году. Танцевально-спортивный клуб «Империя» не исключение. На блоке первенства и чемпионата России отбираются лучшие пары страны, которые впоследствии будут представлять Россию на международной арене. На чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на кубках мира и на кубке Европы. Работы впереди много, но и ребята, и их наставники настроены выложиться по полной, а значит, впереди новые успехи и победы. Валерия Новикова, Александр Овчинников, «Народные новости».